Короче, пахнет не очень максимально. Всем привет, чуваки, с вами я... Начало максимально хорошее. Всем привет, чуваки, с вами я, Панда и Фикс, и... Алла, с вами Фредди. Короче, ребята, сегодня мы такие сидели, думали и додумали полный ебантизм. Сегодня мы будем есть шаверму. И не обычную шаверму, а шаверму с приколами, так вот назовем. Чего, блядь? В общем-то, основой у нас идет лаваш. А ингредиентами для нашей фирменной шаурмы будут... Нутелла, холодец, клубничный джем, сосисочки, крабовое мясо, фрутоняня, даниссимо тирамису, огурчики, морковь по-корейски и острый перчик. В общем-то, ребята, сегодня у нас будет экстремальное видео, поэтому я надеюсь, вы поставите под этим видосом 20 тысяч лайков. 20 тысяч и один лайк, и мы замутим вторую часть, где будут более ебанутые ингредиенты. Хотя я не знаю, куда более ебанутые. Зубная паста. Порошок. Мыло. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я хочу вам рассказать о более большем, высоком и быстром. Потому что есть компания, где быстрый вывод средств, большие коэффициенты, множество спортивных дисциплин. Вы все умненькие ребята, вы подписаны на канал Нечай, поэтому вы соображаете, вы все знаете, что делать. В общем-то, по какому принципу мы будем делать нашу фирменную шаурму? У нас есть 10 паков, спасибо, поднос. И у нас есть панда, в которой, собственно, и лежат все эти ингредиенты. Достает ингредиент тот, у кого выпадет игрок с меньшим рейтингом. То есть, в теории, может получиться так, что все ингредиенты достанутся кому-то из нас, а кто-то будет есть пустой лаваш. Не знаю, в общем, что из этого выйдет, но это будет страшно, я боюсь. Поехали. Первый пак открываю я. И надеемся, то, что в первом паке будет волкаут. Понятно. Волкаута нет. Подожди, все равно интересно. Бля, даже... Даже окон нет! Так, рейтинг 80... Ладно, 82. Это не так уж и плохо, подождите. Уху! Первый ингредиент... Бля! Сударю. Так, ну давай, братан, чекай, что там тебе дропнется. Ну, пока не так плохо. Блядь. Морковка по-корейски. Я думал, что там будет джем какой-нибудь, знаете, блядь. Самое жесткое это, вы знаете, соберете сосисочки, огурчики, и там джем клубничный. Или нутелла с перцем. Вот это будет жестко. Волькаутов нет. Окна. Раскройся, блядь, пидор ебаный. Да, 79. 82. Да идите нахуй. Так, стабильность, признак успеха. Так, тихо, какой рейтинг? Стабильность, блядь. Так, пока что у тебя фулл ингредиенты. Так. Чего ты? Ты, блядь, подкрутил, блядь? Ну, мои паки, спасибо. Какого хуя, блин? Так, что там тебе дропнулось? Перец! Ребята, перчик идет к Никите Сударю, да. Перец. Блядь! И заправить бы это все нутеллой, вот это было красиво. Слушай, у тебя ингредиенты пока вообще пацанские, то есть нормальная шавуха сейчас получается. Зачем, блядь, прилетит нутелла в джем, блядь, я охуею. О, щиточки, та-та-та-та-та-та. Какой рейтинг? 84, да? Ну-ка, смотрим. 83, да? Не так же плохо, блядь. Так, подожди. Парни, пока тут Никита Сударь открывает пакетики, хочу вам сказать о том, что у него вышел крутой влог на канале, где он в образе, собственно, Фредди Меркьюри... I want to break free! ...идет в кинцо и развлекает народ, так что по ссылочке в описании будет. И к тебе опять идет один... Братан, у тебя пока что 100% находочка, понимаешь? У тебя лучшая шаверма на планете Земля будет. Давайте посмотрим. Давай. Я верю в нутеллу. Холодец! Слушай, у тебя пока все, заебись! Холодец, ребята! Так, ну я думаю, вы поняли. Холодец! Да? Короче, холодец. Блядь, чувак! Ты заебал, где нутелла? Так. Так. Кажется, сейчас первый ингредиент прилетит. 82! Слушайте, у меня ниже 82 пока что вообще не было. Ты задолбал! Пожалуйста, волкаут! И я все прощу! А! Да идите вы нахер, блядь! Чувак. Почему я жрать должен всю эту хуйню? Паки называются спасибо, поднос, понимаешь, блядь? Все на моей... Сука! Давай нутеллу уже, заходи! Да иди нахуй! Знай нутеллу! Давай нутеллу! Я не хочу нутеллу! Ну давай, ладно, хотя бы этот, тирамису. Идите! Блядь, пиздец. Я сам смотрю, иди нахуй! Мой день! Блядь, ты заебал! Что за хуйня? I want to break free! Чесночный соус, ребята, что за херня? Ему не падает ни нутелла, ни тирамису. Так, ладно, открываем пакетик. Волкаута нет. Блядь, я не знаю. А вот это уже страшно. Давай, щиты хотя бы. Так, мы берем по ингредиенту. В смысле? Ну типа 79 у тебя, 79 у меня, ничья. И ты, и я берем. Давай ты первый бери хоть что-нибудь, блядь. Ну давай крабовые палки, чтобы тебе ушли, и все, я буду спокойно, блядь. И нутелл, да.
и тирамису. Я первый. Конечно, блядь! Конечно, блядь, тирамису! Охуительная шавуха, блядь! Заебись, блядь! Донеси мой тирамису, супер! Детское пюре, ребята! Ну, в общем-то, ребята, мы наоткрывали, и у меня получилась просто охуительная шаверма с тирамису, блядь. Я не знаю, как это буду есть. Ну, в принципе, это должно быть нормально. Бля, я просто ненавижу, бля, молочные продукты, ты понимаешь? Типа, жрать вот это вот. Это, ну, я думаю, перчиками хватит, да? Короче, ребята, если вы поставите под этим видосом 30 тысяч лайков, будет вторая часть, где будут уже использованы все ингредиенты, абсолютно. То есть, получится так, что так или иначе у кого-то может попасть нутелла с огурцами. Или там, я не знаю, блядь, джем, блядь, с перцем. Ух, как вкусно. Короче, пахнет не очень максимально. Да, вот это у меня шаверма получилась, ребята. Блядь, детское питание, понимаешь? Оно омерзительное, я его пробовал, блядь. Слушай, ну, в принципе, с холодцом оно должно зайти нормально. Блядь, такая хуйня, если честно, ну типа... Да не пизди, не может быть. Да хуйня полная. Ну как это так? Ну типа, хлеб такой, знаешь, солененький получается. А эта херня сладкая, как... Вся моя задница. Короче, ребята, это такое. Я лучше бы вот это вот сел, серьезно. Да нихуя. Я реально охуеваю, почему тебе так повезло. Ну типа. Ну, блядь, лакер. Ну серьезно, как тебе так повезло, что тебе ни нутелла не упала, ни тирамису. Вот с тирамису вот это все смешать. Вообще было кайфово. Короче, я думаю, половинка хватит. Ну, типа, это очень невкусно, блядь. Чувак, моя. Блять, я все раз. Я закапал телефон. Охуительно, блядь, чем я занимаюсь? Сидел бы, пилил бы фифу, блядь. Тошнотворно, серьезно. Не верю я тебе, блядь. Ну вот попробуй. Не хочу этого пробовать. Вот пробуй. У меня своя, блядь. Очень невкусно. Смотри, у меня какая потрясающая штука, блядь. Пацаны, на самом деле сегодня удача на моей стороне. Как говорится, полетели. Давай. Че, как? А я тебе скажу, детское питание с холодцом охуенно заходит. Да? Острый перчик дает остринку, чесночный соус вообще все вывозит. Бля, что так неинтересно, я думал, ты будешь типа есть, фу, бля. Вот у меня реально говнище, меня до сих пор дай попробую. Охуенно. Ты меня не наебаешь? Нет, хуйня. Ненавижу холодец, блядь. Охуенно что? Короче, ребята, мы придумали ингредиент. Усы Никиты Сударя. Тирамису, пожалуйста, есть, блядь. Есть усы Игоря, кто знает, тот поймет. А есть усы Сударя. Ты что-то помолодел, да? Мне снова 14, блядь. На лет, не знаю, 10, блядь. Почему мне 14? Да, что-то таким пиздюком стал, братан. Ну ладно. Я тебя не узнаю. Короче, чуваки, вот такой вот контент у нас получился. Если вам понравилось, ставьте лайкусики, пишите ваши идеи в комментариях. С вами был я, Панда FX. Никит Сударь. Всем спасибо за просмотр и пока. Лепите пиписька по лайку. Ну, чувак, ну это было очень невкусно. Прям у меня до сих пор тошнотворные такие ощущения. Ты попробовал уже? Пиздец. Да, невкусно, пиздец. Очень невкусно. Кажется, блядь, йогурт с лошадом. Ну, типа, да, типа, что может быть хуёво? А он, блядь, нихуя не сочетается. Блядь, он с перцем еще был.